Всем привет, дамы и господа, и я вас, блять, ненавижу. Вы, мудаки, почему вы голосовали за Саладина? Это... Александр Сенатов, твою мать. Я запомнил тебя. Это ты предложил в комментариях всем голосовать за... Саладина. Я не знаю, как это проходить. Вот посмотрите вот эту вот миссию, пятая миссия Джихад. Я не знаю, как ее проходить. Там тебя атакуют со всех сторон, плюс еще чудо строить. Вашу мать. Блин, враги строят чудо. Это просто невыносимо. Ну, во всяком случае, я считаю эту кампанию все-таки интересной и с интересным дизайном локаций. Тут раз, два, три, целых пять миссий до нее еще терпеть. Ну, четыре, вернее. Блин. Ну, ребят. Вот такие вот вы. Я попросил не голосовать, а вы все-таки проголосовали. На голосовании за кампанию победила компания Сасладина. Арабский рыцарь победил. Ой. Арабский рыцарь. Egypt. Миссия. Поехали. Египет. Месяц я уже на святой земле. Я был на чужой земле. Я устал. Тут долго Я забыл сменить уровень сложности. Что ж, поехали. Так, у нас армия не такая уж и могущественная. Да, кстати, вы меня спросили, какого фига я не играю на тяжелом уровне сложности. Я пробовал играть на тяжелом уровне сложности, когда был малой. Вот сейчас, конечно, лучше играю, но мне все равно страшно, поэтому я не хочу рисковать. Так что, смотрите, я играю на легком. Я хочу проходить эти миссии побыстрее. Это во-первых. Во-вторых, при игре на сложном уровне сложности... Миссии просто не такие интересные, если честно. Они там бывают многие, от многих аспектов просто отказываются. Там не хватает каких-то зданий. Хотя здание... Это плохо от того, что чего-то не хватает. Вот так. Saladin, where are you going with that great army? Да, еще к чему стоит привыкнуть сразу. Это, во-первых, местами хреновые текстурки. То есть посмотрите на вот эту воду, на траву, она довольно фиговая, вот, ну, при этом терпимо. Так, я плохо помню, что нужно здесь делать, я примерно припоминаю, что где-то тут должны быть, да, пирамиды. Я помню, даже эти пирамиды уничтожал. Вот, кстати, заметьте, обычная пирамида 8000 жизней, а великая 4000 жизней. Так, блин. А, напали собаки, ну ничего, сейчас они будут сразу. Перекрестный огонь. Я не сильно нуждаюсь в этих катапультиках. Вот. За что я сильно могу похвалить эту компанию? Да не, я вообще люблю эту компанию, если честно. Люблю расу сарацинов в целом. Нацию сарацинов в целом. Вот. Так что, ну... Почему? Это вот дизайн локаций, интересные уровни. Я могу отнестись из-за этого компании с снисхождением. Хотя, может, я их преувеличиваю. Может, вы сухую прошли ту самую миссию с джихадом и чудом, которое строят в Аскалоне, там город есть. Вот. Ну, скажем так, чудо, которое они там строят, это еще не самое худшее. Так, франки. А, точно, по поводу франков. Блин, вы, наверное, издеваетесь. Вот голосовали, да? Но... да, конечно, голосовать это хорошо, это народное мнение. Но второе место после Саладина заняла компания Мэнни Шандарк. Я считаю эту компанию самой бездарной. И я просто... Подожди-ка, Саладин, я испугался... Что они там вообще говорили? Я что-то немножко это... Я считаю компанию за Жанну Дарк бездарной, неинтересной. И просто из-за ужасного дизайна локации, однообразных уровней... Во-первых, уровни, которые напоминают сильно обычную игру. Вот. Единственное, что там хорошо, это изобилие героев. И все. Вот. Там уровни, типа, пойди уничтожь там. Два замка англичан. И один замок англичан. Так, ну-ка, очень хорошо. Так. Я хочу вообще почитать все, что он говорил. Подвижу своих солдат к мечети в Каире. Что все это время нам говорили? Я что-то не читал. Я играю лично без звука. Так, священная земля наша, и скоро Египет будет наш тоже, типа того. Саладин, куда ты направляешься с этой великой армией? Саладин, я испугался, что ты это, поворачивай немедленно. Так, очень хорошо, теперь что-то там,
египтянин подлые и трусливые. Давайте наваляем их им в Каире, короче, там. Ну, я могу все это перевести, я английский знаю довольно неплохо, но при этом не лень. Да, блин, уважительная причина, ну ладно. Lord Saladin, we have captured the Frankish war vessel. О, корабль захватили. Так, я сейчас попытаюсь вспомнить все секреты этого уровня. Значит, по-моему, если уничтожить кузницу, нам дадут за это дополнительную броню. Мне вообще нравится вот это вот, когда в миссиях дают возможность паразитировать за счет врагов. Это круто, если честно. Так. Ну, вот, пушечный галеон мы заставим стрелять по воротам. Lord Saladin, we have found Frankish armor in the ruins of this blacksmith. А, французскую броню из ихней конюшни. Да, броня будет слаба. Ну, это довольно неплохо. Значит, мы ставим... Ага, я кое-что вспомнил, ребят. Значит, если солдатам можно, в принципе, стараться ни с кем не связываться, просто пробежать, да, вот от начала до конца и не терять никого за солдат. Не пытаться опустошить город. А то я помню, в какой-то веке, когда малой был, я пытался опустошить весь город. Кстати, по поводу того, когда я был малой, я играл в эту игру, когда мне было лет 5. Ну, нет, эту игру я давно играю уже давно. Я проходил эту миссию, когда мне было лет 5. Суть вот в чем. Так, лет 5 там мне было, я уже прошел, сколько, уже больше 10 лет прошло. Мне сейчас 16, ни много ни мало. Да, на ковре не работает школота. Так. Ну, что теперь поделать? Ну, открываем ворота. Даем людей. Все как обычно. Бежит вперед. Так, идите вы сюда. Ты иди один, тебе так ближе будет. Ну и вы все остальные тоже идите туда. Кстати, я до этого пытался пройти высокую ночность, меня вынесли. Да. Когда был малой, меня в натуре вынесли, я сейчас рисковать просто не хочу. Ничего с этим не поделаешь. Так, такая вот судьба у меня. Я не понимаю, почему вот пушку заставляю стрелять по башне, а попадает по этому, по стенам. То есть башня что, она прячется за стенами? А нет, попала все-таки разок. Saladin, так, эти египтяне подлые, и все будет плохо. Подожди, кричите, все будет плохо. Да, так, о, круто. А вы кто, ребят? Ну, это верблюды, которые нам дали. И так, Defeat the Franks east of Cairo by destroying their town center. Поведи французов к востоку от Каира, уничтожив их таун-центр. Ага, вот, все, понятно. Ну, медлить не будем. Вперед. Бэтмен. Как Бэтмобиль медленный. Блин, я, кажется, знаю, как назвать эту серию. Нет, назову эту серию как-нибудь «Начало-начало» или там «Похождение по мукам». Хотя нет, эта миссия довольно интересная, она не муки. Муки это потом будет. О, тут еще одна дверь. А, кстати, я помню, здесь где-то замок есть, во. Ох, кстати, довольно красивый город, дизайн очень такой веселенький. Да, вообще, в целом, эта компания от плохого дизайна не страдает. Вот если взять тот же самый Жанну Дарк, там во второй миссии дают возможность поуправлять целым большим городом, Орлеаном. Ну, выглядит он вообще никак. Просто вот на него смотрите, его дизайн, он абсолютно ничем не отличается. От такого скучно выглядит, если честно. Ой, что-то мне кажется, надо было не на легком играть, как-то не совсем уж тривиально вынесли эту миссию. Помню, я играл, но тут такое большое сопротивление было, тут катапульты были. Ну ладно, кстати, посмотрите, египтяне сказали, что обманули их французы, тем не менее он свободно ходит по французской базе. Ну чё, а чё им воевать? Всё! Мой лорд, французы были побеждены. Сарацин Солдо, you are victorious.
Да, детка, да. Ну, в общем, я решил посмотреть следующую миссию, и это просто офигительная миссия, где нужно мешать врагам грабить караваны. Я считаю, что эта миссия очень интересная, я проходил ее тоже очень давно. Ну вот, скоро в следующий раз освежим память. Всем удачи и пока. Впереди у нас крутая миссия. Да.